на две неадекватные жидкости. И у нас получается две неадекватные жидкости. Первый эксперимент прошел. Благодарю, благодарю. Обожаю вот эти хлопки. Физическое воздействие плоти на плоть. Потом мы пробочку освобождаем. Ладно, это была просто неудача. Ты будешь озвучивать все мои неудачные шутки так? Спасибо. Так, и мы превращаем эти две жидкости в неадекватные, и они становятся еще и химически неадекватными. Коллегам, пока я тут все роняю, избавьтесь от этих вот штучек. И мы, конечно же, начинаем намешивать. Это одно из любимых дел всех химиков. Адекватных химиков. Да, адекватных. Адекватных. Главное, чтобы было все адекватно. Вот сюда. Сделай сюда. Сделай это сюда. И мы сейчас... Краситель! Теперь у нас есть цветная неадекватная жидкость. Какая прелесть! Итак, какого цвета жидкость? Вы утверждаете, они еще не сказали ничего. Синяя! Разного! Замечательно! Великолепное зрение у человека! Разное! И теперь, при помощи адекватнейших действий манипуляций, как и все... Какого цвета жидкость? Зеленого! Нет! Она красная! Она красная! Она зеленая! Как она зеленая? Она красная. Она красная? Зеленая! Так, у вас дети испорченные, нужно поменять детей. У нас брак по детям. Нужно заменить детей. Сейчас мы добавим еще. Грязная. Грязная? Хорошо, она красная. Все, договори, она красная. Поменяйте детей. Я говорю, извините, пожалуйста, кто организовывал праздник? Можно поменять детей, пожалуйста? Они поломаны. Она красная. Красная она. Желтая. Какой счастливый человек, я ему завидую. Красная все-таки. Хорошо, проверяем. Красная. Она красная. Зеленая. Она красная. Как я люблю детей, они всегда правы. Она красная, я же говорю. Она желтая. Она желтая. Так желтая или красная? Так определитесь уже. Но правильный ответ только один. Разная. Да. Аплодисменты.